Всем привет, с вами Адель. Сегодня я вам хочу рассказать о программе, которая записывает голос. Она очень проста, ссылку я выложу под видео. После того, как вы ее скачаете и установите, у вас на рабочем столе будет вот такой вот значок. Вот такой вот. Вы его два раза запускаете, выбьется вот такая простенькая программа. После этого, если у вас вот здесь не стоит громкость, то вы обязательно поставьте громкость. Вот здесь ставится громкость микрофона и так далее. Обязательно ставим вот здесь галочку «Конвертировать в MP3» в формате. Потом выбираем папку, куда она будет сохраняться. И пишем абсолютно любое имя, которое вы хотите. Например, я не знаю, там, ну, я назову «Тест». Как все делаю. Вот, «Тест». Все. И затем мы нажимаем «Запись». Вот у нас уже запись пошла. Пошло время. После этого вы нажимаете «Стоп». Она уже вот все сохранилась. Вы ее можете даже прослушать. Вот. Видим, звук записался. Все, заходим там потом в папочку. Ну, если вы хотите там, не знаю, музыку записывать, это, конечно, программа очень будет плохого качества. Я могу вам посоветовать Adobe Audition. Я тоже выложу ссылку под видео. Она сложная, не, конечно, не для новичков. Но разобраться все-таки можно. Только нужно чуть посидеть или смотрите видеоуроки насчет этой программы. Я там особо тоже не умею. Ну, еще есть программа, которую вот я, например, сейчас записываю экран. Там тоже можно записывать звук. Можно записывать видео. Нужно выбирать. Ну, в моем случае я выбрал микрофон и экран. Все, всем спасибо, до свидания. Если вам мое видео помогло, подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Пока.